Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре миниатюрный встраиваемый Bluetooth усилитель для встраиваемой акустики. В принципе, его можно использовать для любой акустики, но мы его все же позиционируем как усилитель для встраиваемой акустики. Мощность данного усилителя – это 2 канала по 15 Вт. Акустика подключается через обычные винтовые клеммы. Запитывается усилок вот таким адаптером питания, который входит в комплект. Длина провода здесь 1 метр, но удлинить провод питания в наше время не проблема. Это сделать намного проще и дешевле, нежели покупать какой-то длиннющий акустический кабель. Таким образом, данный усилитель, если вы принимаете решение делать встраиваемую акустику где-то на кухне, в ванной, то есть в маленьком помещении, поскольку его мощность, да, не позволит сделать действительно крутую акустику где-то в комнате, то, соответственно, при ремонте надо просто заложить где-то розеточку под усилок. Усилитель можно установить как на потолке, где-то рядом с динамиками, чтобы, опять же, сэкономить на довольно дорогих акустических проводах. Либо можно, соответственно, купить более длинные акустические провода и установить усилитель где-то в стене с реквизиционным люком на всякий случай, если вдруг усилитель выйдет из строя, чтобы его оперативно заменить. Усилитель выполнен в компактном корпусе. Длина этого корпуса у нас 86 мм. Ширина 46 мм. Высота около 23 мм. Устанавливаются сюда акустические провода на зажимные винтовые клеммы. Здесь у нас все подписано. Левый канал плюс-минус и правый канал плюс-минус. Провод довольно просто вставляется. Так, правый канал плюс. И небольшой отверткой закручивается. Подключать сегодня мы будем 3-дюймовые динамики модели AV300CS мощностью 10 Вт и сопротивлением 8 Ом. И модель AV800CS мощностью 20 Вт, сопротивление также 8 Ом. Единственная моделька 300 у нас закрытая идет. Соответственно, звук будет чуть получше, поскольку я ее встроить не могу ни в какой объем. И моделька 800 у нас идет открытая. Соответственно, звук здесь, к сожалению, передать не получится. По той простой причине, что я не смогу создать объем. То есть эту акустику необходимо встроить. Подключать все это будем с помощью акустического провода AV100AC с сечением 1,65 квадратных миллиметра. Данный провод у нас идет медный 3C. Подключается к Bluetooth очень просто. Я буду использовать свой телефон. Мы заходим в Bluetooth, включаем его. Видим в поиске BT и, соответственно, жмем «Подключиться». Вводим пароль 1, 2, 3, 4 и подключаемся. Индикатор мигать перестал. Соответственно, и звуковой сигнал дал нам понять о том, что мы подключились. Давайте послушаем, как звучит данный усилитель с нашей встраиваемой акустикой. See?
Итак, мы с вами послушали, как звучат 3-дюймовые и 8-дюймовые бюджетные динамики. Кстати, о ценах. Усилитель AV215BT стоит на сегодняшний день 3900 рублей. Динамики 3-дюймовые у нас стоят 1300 рублей за одну штуку. Соответственно, пара обойдется вам в 2600 рублей. 8-дюймовые динамики, стоимость на сегодняшний день у них 2490 рублей за штуку. Соответственно, за комплект выйдет 4980 рублей. Кабель также можно приобрести на нашем сайте по цене 100 рублей за 1 метр. Кабель продается на отрез. Обращаю ваше внимание, что кабель на отрез и возврату он не подлежит. То есть, если вы приобретаете кабель, сразу приобретайте столько, сколько вам нужно. Лишнее назад вы уже не вернете. А на сегодня это все. Надеюсь, что видео было полезным. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Я постараюсь на них оперативно ответить. Всю необходимую информацию также всегда можно посмотреть на нашем сайте aviselectronics.ru.